И в завершении выпуска. Люберецкий образцовый ансамбль эстрадного танца «Мастер» стал лауреатом второй степени на Всероссийском фестивале «Открытая Россия». Нашей съемочной группе удалось побывать на репетиции ансамбля. Каков секрет успеха в танце, расскажет Александра Томей. Препарасьон дми плие батман тандю. Нет, это не урок французского языка. Это класс по хореографии образцового ансамбля эстрадного танца «Мастер». Занятия у станка сложны физически. На отработку каждого упражнения уходит много времени и сил. И это только начало тренировки. Долго и сложно, но чтобы добиться успеха, чтобы добиться всего, надо трудиться и стремиться к своему. Трудолюбие вознаграждается победами. Ансамбль «Мастер» – опытный участник конкурсов и фестивалей всех уровней. В этом году мы в основном по Москве и Московской области выступали, а так мы обычно ездим по разным городам. И в Оренбурге были, и в Сочи несколько раз были, уже раза 4 или 5. А в Санкт-Петербурге 2 раза были, в Германии были. Напрасно думать, что хореография только для девочек. Осанка, выправка, сила и выносливость – это качества, которые приобретают и мальчики, занимаясь танцами. Даниил Зайцев ходит в танцевальный кружок почти 2 года и не променяет хореографию на футбол. Мне нравится ходить, потому что тут растяжка и сами танцы. Важную роль в жизни коллектива играют родители маленьких танцоров. Дальние поездки, пошив костюмов, моральная поддержка – все ложится на их плечи. Коллектив поддерживает и администрация Люберецкого округа. Нам дают автобусы, мы бесплатно ездим на конкурсы вот по Москве, по Московской области. Есть малоимущие с инвалидностями, семьи, есть неполные семьи, тоже сложно тянуть. То есть, ну, вот с этим, конечно, проблемы. И от помощи извне мы бы, конечно, вообще бы не отказались. В конце августа ансамбль проведет новый набор детей от 4 лет. Занятия проходят на базе лицея номер 42. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.